Всем привет! Всем привет! С Новым годом вас, товарищи! С наступающим Новым годом! Да. Мы хотели немножко, совсем небольшое видео записать. Мы все понимаем, что сегодня Новый год, что сегодня у вас будет у всех очень насыщенный, да, сумасшедший день. Всем некогда, все готовятся к празднованию, мы тоже. У нас вообще, мы в классной позиции, потому что мы отмечаем Новый год дважды. Мы отмечаем с родными, да, будем отмечать. Да, из России у нас получается, да, разница сейчас 11 часов. Да, и потом уже будем отмечать со своими друзьями, ну, свой дом, домашний праздник дома. Да, вы находитесь в будущем. Вы окажетесь в 2022 году раньше нас на 11 часов. Да. Пишите в комментариях, как там в 2022 году. Поменялось что-нибудь или нет. В лучшую сторону. Вот, ну да, не будем мы очень затягивать сегодня. Вам еще нужно обязательно посмотреть, наверное, фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Мы сейчас включим, будем смотреть. Да, у нас год был, как обычно, насыщенный, в беготне. Ну, хороший год был, на самом деле хороший. Мы потихонечку идем семимильными шагами. Нет, на самом деле не семимильными шагами, но мне кажется, что мы растем, да? Да, растем, что-то двигаемся, в чем-то больше разбираемся. Меняется жизнь. Да, 3 года в Америке уже. Вот. Как-то получается все, оно постепенно, да? То есть вот пожелание, да, сразу на следующий год, не бойтесь делать шаг. Когда вы делаете один шаг, вам жизнь дает автоматически сделать следующий шаг. Она создает такие условия, да, что у вас волей-неволей получается следующий шаг. Поэтому реально не бойтесь, действуйте. Главное не сидеть на одном месте ровно, к чему-то стремиться, чего-то желать. И как бы мне кажется, это судьба, да, вот отчасти. Судьба, случай, ну, естественно, ваши и наши усилия, они дают возможность идти вперед и развиваться. И вот получать больше, иметь больше и так далее. Да, в прошлый год нас было на канале 2000 человек. Мы, да, поднимали бокал за 2000 человек. Сейчас нас 22 тысячи. Да. Мы выросли. Мы считаем, что этот год был в плане Ютуба очень-очень удачный. Спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо. У нас просто сейчас очень много видео снято. Мы не успеваем все вовремя выкладывать. Благодарность отдельно за пожелание Дани с днем рождения. Это просто огромное количество пожеланий, теплых, добрых слов. Мы ему все зачитали, все рассказали. От него отдельное спасибо. И, конечно, ему это горделиво, приятно. В общем, наверное, никогда такого количества людей не поздравляли одновременно. Так что спасибо вам большое. Вашими нашими усилиями мы тоже двигаемся вперед. Вам желаем. Самое главное – это здоровье. Правда? Да, конечно. Будет здоровье, будет все остальное. У нас огромное количество, уже дня 3-4 все поздравляют с наступающим Новым годом, с Рождеством. Мы все читаем. Спасибо огромное, очень приятно. Вас всех также с наступающим Новым годом. Будем надеяться, что в плане нашего канала YouTube мы хотя бы удвоимся за следующий год. Давайте. Если за прошлый год мы увеличились в 5 раз, то будем ставить планы на следующий год увеличиться в 2 раза. В течение года у нас были и взлеты, и снижение по просмотрам, как бы не бывает одного там, да, какого-то одинаково какой-то одной динамики, да, оно все равно идет вверх-вниз немножко, но будем надеяться. Спасибо вам за хорошие теплые слова, отдельное за видео поддержку снимем, ответим на все вопросы, которые вы нам задаете. Mm-hmm. Последний наш просмотр дома вызвал очень бурное обсуждение. Очень много людей. А мне больше пишут понравилось за это, да, про то, что говорят, по Насте сразу видно, как ей понравилось, не понравилось. То есть вы настолько уже нас знаете, да, что уже многие подписчики по взгляду, по реакции моей там поняли мое отношение. Вот. Но на самом деле мы еще в стадии раздумья над этим. Да, мы более подробно еще расскажем по этому поводу. Но единственное, что скажу, вы не переживайте, мы не планировали его покупать для жизни. Да, жить мы с там точно не собираемся. С детьми мы там, конечно, в такой глуши жить не будем. Это немножко были другие планы, но это мы подробно еще расскажем. Да, мы в любом случае, если бы хотели, мы могли бы тогда что-то более бюджетное найти или куда-то уехать, если бы мы хотели бы далеко уезжать. Мы не хотим, мы хотим быть в центре, в гуще событий. Вот, все, мы, наверное, на этом будем заканчивать. Да, на этом будем еще прощаться. Еще раз вас с наступающим, у кого-то уже наступившим Новым годом.
Всего вам самого светлого, самого доброго. Я считаю, здоровья и мира над головой. Вот самое главное, чтобы был мир во всем мире, да, потому что сейчас сложная ситуация везде. И чтобы родные могли быть вместе, чтобы родные могли общаться, чтобы было как можно меньше конфликтов на разных почвах, по разным вопросам. Я желаю вам терпения, благоразумности, рассудительности, понимания. Что еще, Саш, пожелаем? Да такой был год. По итогам этого года я бы пожелал две самые главные вещи, мне так кажется. Первое — это здоровье. В связи с этой пандемией, да. Я думаю, это очень актуально. И второе — это то, что, ну, немножко сейчас все это дело нагнетается, чтобы не было войны. Чтобы жили все мирно, чтобы жили все дружно. Чтобы радовались каждому своему прожитому дню. Чтобы была какая-то надежда на будущее, чтобы были какие-то планы. Чтобы вы понимали, чего вы хотите и к чему вы стремитесь. И чтобы в итоге вы пришли к своей цели. Да, не забывайте, просто делайте один шаг вперед, а следующий он пойдет вместе с вами. Все, всех с Новым годом, ура! С Новым годом, с новым счастьем, с самыми лучшими пожеланиями. Спасибо вам всем за то, что вы с нами, а мы с вами. Постараемся вас не разочаровывать в следующем году. Еще раз спасибо всем за поздравления. С Новым годом! С ура! Праздником, ура!